Амаль 400 граммов особливо небеспечного речева конфисковали правоохранники у Бобруйском районе. Это 4000 доз. Сёлета самая буйная партия спайсов. Наркотики перевозил жыхар Бобруйску. Зараз его затримали. Припаркованная вздовж дороги машина, а у ее протяглый час нерухомо сидит человек. Такая картина сполохала прохожих, которые потелефоновали у милицию. На место выехала следующая оперативная группа. Был произведен осмотр автомобиля, в котором находился 23-летний житель города Бобруйска. И при личном обыске у него было обнаружено изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения, такое коричневого цвета, а также с кристаллообразным веществом. Пакеты двух видов правоохранники накировали на экспертизу. Огульная масса порошка склала около 400 граммов. Определено основной химический состав данного вещества и в результате которого было определено, что данные частицы содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество. Это спайс, так называемые спайсы. Мужчина, якого обвинувачивают у захову и наркотиков, зараз находится за кратами. Заведена криминальная справа. Наталья Ильинч, Юрий Аласов, Новин регион.